Как мы уже и рассказывали раньше, районный дом культуры взял четкую линию на осознанное потребление и утилизацию мусора. На данный момент мы поставили первую урну для раздельного сбора мусора. Конечно, пока это немножко необычно для наших посетителей, приходится им помогать и подсказывать, куда именно выкинуть мусор, но мы надеемся, что в скором времени это войдет в повседневную практику каждого из жителей нашего района. Очень много вопросов в социальных сетях появляется по поводу того, что мы будем делать дальше, что наш оператор по вывозу твердых бытовых отходов вывозит все несортированными фракциями. Конечно, мы тоже об этом подумали. На территории Курагинского района есть индивидуальный предприниматель, который принимает для переработки как раз отходы фракций пластик, железо и бумагу. То есть эти отходы мы будем передавать ему. Вот с отходами фракции стекло пока не очень себе представляем, что делать. Решаем этот вопрос, каким образом организовать вывоз. К нашему большому-большому сожалению, но сортировочных станций в ближайшем окружении у Курагинского района нету до сих пор. Надеемся, что в ближайшее время они будут построены. Предлагаем всем вдохновиться нашим примером и точно так же попробовать сортировать мусор. Это не так сложно, зато очень полезно для нашей природы в целом.